Хей, дружище, успей поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, если ты бы хотел бесконечные каникулы. Раз, два, три, четыре, пять! Ну и, ребята, на канале Сирена Студио вышел новый мультик про Чучу Чарльза. Да, ребятки, снова про этого страшного паровозика. Ну и на этот раз Чучу Чарльз дрался против монстров сада Бан-Бан. Так что, друзья, не пропустите, ссылка в описании. Ну, вообще, да, ребятки, всем огромнейший приветик. Ну, а с вами, как обычно, я Слайк Маст и, конечно же, Мистер Жаба. Всем привет, друзья! И сегодня мы, ребятки, узнаем, кто же самый быстрый среди всех этих новых монстров сада Бан-Бан. И все это, конечно же, в игрушке под названием Гаррис Мод. Да, ребятки, сегодня будет эксперимент. Кто самый быстрый? Вот они все новые монстры сада Бан-Бан, которые у нас есть. Тут, ребятки, и более старые монстры. И вот прям самые-самые новые, самые-самые свежие. Вот эти вот. Сегодня, ребятки, все эти монстры побегают. И мы, ребятки, узнаем, проверим, кто же из них самый-самый быстрый. Мы, ребят, уже такие эксперименты проводили с предыдущими монстрами. И вот пора, ребятки, сегодня провести такой же эксперимент, только с этими новыми. Ну и да, ребята, если вы хотите больше экспериментов на канале, ну и, конечно же, больше роликов с монстрами сада Бан-Бан, то давайте мы, друзья, наберем на этом выпуске 10 тысяч лайков. И тогда мы, конечно же, друзья, еще много всего крутого запишем. И обязательно, ребятки, еще много всего крутого проведем. Короче, да, ребятки, дерзайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите, друзья, в комментариях, как вы считаете, кто сегодня самый быстрый будет, кто сегодня, ребята, победит. Самым крутым будет, да? Ниблер. Да-да, кто самый сегодня будет крутой. Или там слон, тренер Пиклз, или жираф, или шеф Пикстер, или вообще кто-то из новых, например, не знаю, кенгуру. Короче, да, ребятки, пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы, друзья, начинаем. Слушай, братанчик, хочешь я тебя покажу? Ну давай, покажи. Вот, вот это вот брокколи, это ты, в смысле? А знаешь, кто ты? Вот это вот. Непонятно, когда кракозябла, да. Не-не-не, ты вот этот, перекачанный Майк Вазовский с одной перекачанной рукой. Миша, почему у тебя одна рука больше перекачана, чем другая, а? Баскетбол люблю. Баскетбол, там вообще двумя руками играют. Ну, понятно, понятно. Каким там баскетболом занимался? А ты овощ, понятно. Мячики любишь погонять, понятно. Ладно, друзья, начинаем. Так, давай, знаешь, начнем с самых маленьких монстров. Вот я за червяка побегаю. Ну, я за эту как акулечку поиграю тогда. Как акулечку? Крокозябочку, да, вот эту, вот. Давай. Да. Ну и, ребятки, напоминаю, мы бегаем попарно, то есть я играю за одного монстра, Миша за другого. Мы, ребятки, бегаем отсюда, со старта до финиша, аж до туда. Кто первый прибегает, тот победил, переходит в следующий отборочный тур. Кто последний, тот проиграл и выбывает. Не в дробилочку, да-да-да. Ты, кстати, вроде как реально быстрый. Давай это проверим. Раз, два, три! Вперед, друзья! Опа, давай-давай, давай, побежали. Червяк, нифига себе, ты пошпарил! Обалдеть! А ты еще бежишь только. Я вообще там отстал наполовину этой прямой. Все, давай, ребята, в дробилочку. Да и так, залез уже в дробилочку. Давай теперь вот этот вот скелетончик пробежится против... Только... давай циклопа, я хочу за циклопа. Циклопчика, давай. Я хочу за циклопа. Он, кстати, так и называется, циклопус. Готов? Готов всегда. Давай, раз, два, три. Вперед, друзья. Давай, опа, циклопчик. Слушай. Давай, одинаковая давай, скорость, давай, давай, мне кажется. Нет, я вперед вырываюсь. А по-моему, одинаковая была скорость. Одинаково бегают, серьезно? Ты просто раньше начал. Ну давай еще раз. Так, давай. Раз, два, три. Нет, стоп, фальстарт. Блин. Ай-яй. Хотя нет, это не фальстарт, просто ты как-то долго стартовал. Давай, готов. Раз, два, три. Во. Давай, циклоп. Опа. Давай, 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 давай. Нет, ну тут, давай, ребятки, на самом деле ничья получается. Непонятно. Слушай, да? Давай мы их оставим. Они против давай кого-то другого пробегутся. Вот давай бычок против циклопа. Давай ты в циклопа садись. А скелет тогда против кого-нибудь другого. А туда, ребят, монстры циклоп, у нас получились циклоп, реально циклоп. Одинаковые приблизительно по скорости. Давай, раз, два, три, вперед. Давай, бычара, ну, давай, 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 давай. Опа-на! Обгоняешь. Вырываемся, ну, ребята, вперед. И побеждаем. Давай, иди в дробилку. Ладно, пока. Окей, ребята. Так, теперь давай я за скелет, а ты выбирай кого-нибудь любого другого. Так, кто там по размерам подходит? Давай гоплаба. Давай гоплаба. Может, за кенгуру все же? Ну, можно, наверное, и за кенгуру. Ну, давай. Давай за кенгуру. Садись, кенгурятину в эту, давай. Еще с такой палкой и с короной. Ну, так она сказочная, волшебная такая кенгуру из сказки. Давай, готов? Раз, готов. Два, три. Все, друзья, вперед. Поскакали, поскакали. Давай, догоню, давай, скелет, давай, давай, давай. Не, опа, ребята, тут без шансов, капец. Ну, ребятки, прямо в дробилку, все, минус.
Так, кто будет следующий? Давай Гаплап против... Ну и Настинека. Давай может. Настинека. Угу. Так, ячур за Настинека. Я за ну ладно, хочу. А я за этого лысого. Хорошо. Давай. Раз, два, три. Что, лысого гоняешь, получается, поползли. Да? Давай, ну, Настинек, давай. Нифига себе ты быстрый, обалдеть. Ну, ребятки, мое место только в дробилке с такой скоростью. Да и не офигеть. Только в дробилке. Ребятки, шо ж так плохо-то, а? Пробежался у нас монстр, а? Капец. Может, крокодил теперь против жирафа? Крокодил против жирафа можно, мне кажется, можно. За кого ты будешь? Так, ну я чур за жирафа хочу. Окей. Давай, готов? Готов. Раз, два, три. Мне кажется, жираф будет побыстрее. Это все-таки жираф. Ну, естественно. Да опа, опа, поскакал, поскакал. Причем, ребятки, уверенно мы так обгоняем этого крокодила. Ой, я тебя чуть не столкнул. Да ладно, нормально, нормально. Все, ребятки, жираф победил. Так, 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 ребята. Так, сейчас давайте теперь знаете, кто побегает? Давай. Ну-ка, ну-ка. Тренерша. Не-не, давай слоны отдельно. Давай слоны не друг против друга. Давай слониха побежит против вот этого вот доктора Флаффи. Да. Потом тренер Пиклз побегает против Ниблера. А, кстати, у нас кто-то без пары один остается. Лишний, да. Да. Может, перенесем кого-нибудь? Ну, вот я думаю, кого. Кто давай быстрый? Брокколи перенесем, может. Брокколи, она быстрая? Ну, мне давай. Кажется, да. Не, либо мне кажется, можем... подожди, давай шефа Пикстера, наверное. Давай, может, лучше шефа Пикстера? Как тебе такая идея? Ну, давай, ладно, тогда этого толстячка. А то он такой большой, носит. Тем более, ребятки, в прошлой серии уже у нас бегал. Давайте мы его перенесем, если он проиграет потом уже, да? В принципе, это, ребята, уже не так уж и будет и важно. Так, вот давай первая пара. Тренерша Пиклз против доктора Флаффи. Давай я за вот этого увольня побегаю большого. Уволень. Да, большой уволень. Давай, готов? Раз, два, три. Побежали. Давай, давай, доктор да Флаффи. Ты быстрый, но да я ты тоже. Буду побыстрее. Давай, давай, давай. Ты давай, вырываешься давай, вперед давай. Под конец. Да, 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 ребят. Доктор Флаффи выбывает. Так, давай теперь... Так, я за брокколи. Ой-ой-ой. Ну, ты конечно. Как раз говорил то, что я брокколи, вот я побегу за нее. Ну, конечно, овощ. Я, кстати, брокколи не люблю. А ты любишь брокколи? Смысле, оно вкусное. Фу, ты что? Как ее можно есть? Ну, ладно. Ладно, давай. У всех свои вкусы. Раз, два, три. Побежали, друзья. Ну, ты, кстати, ну, быстренький. Нифига хотя себе, не да. знаю. Давай, 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 давай. Давай, давай, гоню, нет, гоню. Нет, нет, не успел. Но, жалко. Кстати, ты под конец реально очень сильно так разогнался. Ну ладно, увы, ребятки, да. Мисс Луна, вот эта богомолиха, выбывает. Ну и теперь, ребятки, слон тренер Пиклз против Ниблера. Так, я чур за Ниблера хочу. Хотя, мне кажется, слон быстрее намного будет. Всех похожих на себя выбираешь? В смысле, а что такое огромный Ниблер, а? Ладно, давай, раз, два, три. Давай, Ниблер. О, обгоню, обгоню, обгоню. Давай, 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 давай. Нет. Обгоняюсь, блин. Ну, ребят, совсем немножко Ниблеру не хватило. Ну и все, ребят, да, на этом монстры закончились. Вот эти все монстры у нас, которые, ребятки, выиграли, они переходят в следующий отборочный тур. И теперь сейчас, ребятки, вот эти быстрейшие монстры будут соревноваться против таких же быстрейших. А более медленные монстры уже, ребята, выбыли. Так, сейчас мы их, ребята, думаю, по парам построим быстренько. Кстати, подожди, снова кто-то лишний один. Кто был самый быстрый, а? Мне кажется, кстати, вот этот мелкий был очень быстрый. Кстати, шефа Пикстера. Ну я что-то говорю. Надо сейчас пары будет построить, а снова, кажется, не хватает кому-то пары. Давай вот этого мелкого мы сразу же перенесем в следующий отборочный тур. Он прям какой-то был супер-пум быстрый. Давайте, ребятки, его сразу же переместим. И, друзья, продолжаем. Сейчас у нас теперь вот эти монстры будут бегать, соревноваться. Давай начнем вот, да, с вот этих, потом шеф Пикстер, ребят, предлагаю побегать, давайте. Против, давай слонихи. Давай против слонихи. Ну все, ребятки, по парам мы их уже поставили. Так, ну чё, я хочу вот за кенгуру, я за неё не прыгал. Давай, готов? Раз, два, три! Все, друзья, попрыгали, попрыгали, давай, кенгуру, опа, вперед, 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 давай, 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 давай! Нет! Эх, друзья, блин, кенгуру проиграла. Так, шеф Пикстер против слонихи. Ну, давай за шефа Пикстера пробегусь. Мне, в принципе, он нравится. Давай, раз, два, три, вперед! Ну ты толстый и быстрый. Толстый и быстрый, смотри. А мы одинаково... И он победил. Не-не-не, шеф Пикстер слегка обогнал. Ну да, видел. Пузом, чисто, ребят, пузом обогнал. У него пузо первее, как бы.
Да, пробежала финишную черту. Окей, ребятки, теперь вот давайте гоплаб против брокколи. Ну давай за гоплаба я попрыгаю. Давайте, ребятки, за гоплаба. Готов? Раз, два, три. Вперед. Ну я побыстрее буду, мне кажется, хотя не знаю. Подожди, да, ты разгоняешься, разгоняешься. Гоплаб тоже, ребят, разгоняется, но не настолько быстро. Под конец. И остается теперь бычок против слона. Ну давай за бычка. Хотя не, подожди, я слона хочу. Я слона еще не играл. По-моему. А за бычка играл? За бычка, да, я бегал. Давай, готов? Ну ладно. Раз, два, три. Все, друзья. Не, вот тут слон по-любому победит. Я это 100% знаю. Не знаю. Давай, 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 бычок. Ты сможешь? Не-не-не-не-не. Не хватило ему, ребят. Так, ну и вот они, друзья. Вот они, самые быстрые монстры. Хотя вот теперь это нужно, ребятки, уточнить. Проверить. Я предлагаю, давай, знаешь? Опять давай вот эта мелкая штучка пробежит против... Жирафа. Давай против жирафа, наверное, да? Или против брокколи. Давай против жирафа. Я за эту штучку давай пробегусь. Давай, становись. Готов? Стал уже, да-да-да. Раз, два, три! Друзья, вперед! Ну ты нифига побыстрее себе. Будешь, хотя не знаю. Давай, ребята, давай, нифига себе, он быстрый! Победа. Нет. Уверен, друзья, победа. Так, давай брокколи теперь против слона. Давай я за брокколи. Хотя, на самом деле, подожди, может, давай лучше брокколи, давай против шеф-пикстера. Мне кажется, шеф-пикстер будет помедленнее, чем слон. Да-да-да. Давайте, ребятки, да, за брокколи пробегусь. Давайте, друзья, готовы? Шеф-пикстер против брокколи. Раз, два, три. Вперед. И кто ж быстрее? Давай, давай, брокколи, обгоняй. Нифига себе, ты меня нет. обогнал. Капец, ребят. Это ну, как так? Брокколи пока. Так, ну и слон, ребятки, вы видели, он реально очень быстрый, поэтому переходим сразу же... Это, друзья, получается у нас финал. Давай сначала слон пробежит против вот этой мелкой букашки. А потом уже победитель против шефа Пикстера. Так, готов? Готов. Давай, раз, два, три. Вперед, друзья. Ну я побыстрее буду, мне кажется. Слушай, букашка эта мелкая реально... Нифига себе она, ребят, быстрая, обалдеть. Шпарит, шпарит. Она, походу, реально, ребятки, самая быстрая, вы это понимаете? А теперь ее давай сравним с шефом Пикстером. Сейчас несу уже шефа Пикстера. Ребята, обалдеть просто. Я, если честно, немножко в шоке. Так. Давай я за букашку пробегусь. А, ты давай. Хочешь за нее? Давай я за нее. Не-не-не-не, давай я за... Давай, готов? Отыграю. Давай. Давай, раз, готов. Два, три. Друзья, вперед. Букашка, давай, давай, вырывайся да вперед. Ладно, да ладно. Вырываешься. Букашка только в конце вырывается, да, ребят? Блин. И, ребятки, что это получается? На первом месте у нас сегодня это букашка. Букашечка, да-да-да. А словно ты, тренер Пиклз, бегал против шефа Пикстера, а? Можем сравнить. Давай. Давай сравним. Давай за шефа. А ну-ка, ребятки. Он тренершу Пиклз победил, а тренера теперь Пиклза. Раз, два, три. Друзья, вперед. Ну, выиграл, выиграл, скорее всего. Слушай, шеф Пикстер... Да ладно, подожди. Не, вырвался. Нет, ты вырвался. В конце, на немножко, ребят, вырвался, да. Получается, друзья, самый быстрый у нас вот этот вот... Как букашечка. Он там? Теннис называется, да? Теннис. Теннис, ребят, теннис? Да. Теннис? Волосатый теннис он, ребят, на хейр теннис, да? Я серьезно говорю, он так называется. Посмотри его название. Хейрти. А, или хейрти. Ну, короче... Ну, хейр это волосатик. Волосатик, короче, да-да-да. Или пушистик какой-то. Короче, ребятки, такой мелкий монстр какой-то, блокастый Дорожный. Такой. Да-да-да-да-да. Ну, в целом-таки ты. В смысле? И он сегодня, ребятки, тоже победил. Зарёшь. Он самый быстрый, и, ребятки, сегодня он побеждает. На втором месте шеф Пикстер, и на третьем слон трейдер Пиклз. Не забудьте, друзья, поставить лайк, подписаться на канал. Ну а с вами, как обычно, был я, Слайк Маст. Все, ребятки, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.